Как идет подготовка Руслана? Руслан, отлично. Мы только что вернулись из Лас-Вегаса. Сейчас мы приступаем к спаррингам, и у нас все отлично. Как вы думаете, Руслан может нокаутировать Брэдли? Я уверен, он великолепный панчер. Без сомнения, конечно, он может нокаутировать Брэдли. Есть какая-нибудь особая тактика к этому бою? Да, конечно. Я знаю Брэдли, мы встречались до этого. Он одержал победу над Пакьяо в прошлом году решением судей. Я знаю Брэдли очень хорошо. Я буду использовать ударную мощь Руслана в этом бою. Я уверен, у Руслана есть большой шанс нокаутировать Брэдли. Вы выбрали Руслана для боя с Брэдли. Это отличный бой для любителей бокса. Брэдли очень быстрый, у него отличная защита. Руслан – русский боксер с хорошим мощным ударом. Я уверен, фанаты бокса будут в восторге от этого боя. Вадим, расскажи о подготовке, что происходит сейчас? Руслан начал готовиться 3 недели назад. 2 недели назад мы начали работать с Фредди в Лас-Вегасе. Он готовил там китайского олимпийца, поэтому мы приехали туда и начали подготовку там. Наняли тренера по физподготовке, очень серьезного, вы об нем узнаете позже. Он уже работает с Русланом в течение 10 дней. И ну, мы уже видим определенные перемены, которые очевидно будут в бое. Есть какая-то специальная тактика к этому бою? Фредди работает над этим, уже начали определенную отработку. Полностью она сейчас еще не поставлена, но в течение 2-3 недель уже будет определенная тактика, которая будет выбрана полностью тренером. С кем спаррингует Руслан? Руслан спарринговал в Лас-Вегасе с 2 спарринг-партнерами, которые работают в зале Мейвезера, которые спарринговали с Мейвезером. Сейчас здесь, мы только вчера прибыли в Лос-Анджелес и отрабатываем сейчас, кто будет именно спарринговать с ним. Будем готовы сообщить ближе уже к бою. Для нас сейчас очень важно, чтобы все поддержали. Руслан выходит на очень большой бой, и для него очень важно, чтобы люди пришли на бой, чтобы люди смотрели этот бой. И, естественно, для телевидения и для промоторов им хочется увидеть, что наши болеют за русских. Если это будет так, то наши российские боксеры будут выступать в Америке намного больше. Поэтому я думаю, что всем надо это учитывать и поддержать Руслана, как кто сможет. Билеты начинаются от $25. Я думаю, что все, кто будут поддержать, не пожалеют об этом. Будет очень, очень зрелищный бой. Согласна, поддерживаю. Сейчас на самом деле все зависит от того, как мы поддержим Руслана.